лингвистической войны. Это тупиковый путь, ребята. Никогда румынофилы не победят молдавинистов, и никогда молдавинисты не победят румынофилов. Это, ну как, или нас развозят извне, или мы недопонимаем. Но один и тот же язык носит два названия. Надо с этим смириться. Кто хочет дальше воевать, заниматься историческими исследованиями, лингвистически, да. Но это не должно быть частью публичного дискурса и конфликтных тем для нашего общества и для нашей политической борьбы.